относит к 5203.07.2018. Обновлено 18.10 3 июля 2018 года 443117 Москва, 3 июля. РИА Новости. Сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что в ходе своего визита в Россию и встреч в Москве призвал РФ не вмешиваться в промежуточные выборы в американский Конгресс и ограничить влияние Ирана в Сирии. «Я попросил наших друзей в России не вмешиваться в ход промежуточных выборов в этом году. Я попросил их покинуть Украину. То же самое я попросил по Крыму. Я попросил их содействия, чтобы достичь мира в Сирии, и я попросил их не позволять Ирану действовать в Сирии, чтобы не привести к большей эскалации», — сказал он журналистам. Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. В ходе них будет полностью переизбрана Палата представителей и 35 членов Сената. Также будут проводиться выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий. Представители американских властей ранее обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента, на которых победил Дональд Трамп. При этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Сенатор Кеннеди в данный момент вместе с коллегами по Конгрессу присутствует на встрече с российскими сенаторами в Совете Федерации. Кеннеди отметил, что в Госдуме МИД РФ была очень честная дискуссия. «Мы рады, что не было никаких недосказанностей. Но это начало диалога, нужно смотреть на действия людей, а не на слова», — добавил сенатор.